В Десногорске живут участники скорбных страниц истории нашей Родины, победители и спасители русского народа. 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, для них была организована поздравительная акция. Героев Великой Отечественной войны навестили представители местного отделения партии «Единая Россия» и члены волонтерского штаба. Защитникам Родины были вручены небольшие памятные подарки, цветы и благодарственные письма. Октябрин Андреевна, мы вас поздравляем с наступающим Днем Защитника Отечества. Вы же самый главный у нас защитник. Защищали, защищаете и продолжаете защищать через наших молодежь. Поэтому дай Бог вам здоровья. Это самое-самое главное. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.